Итак, ребята, мы продолжаем фигачить в дуэльный клуб. И у меня почему-то 35 FPS, но ладно, погнали. Дуэль на двоих. Со мной Мур низ. Пуффиндуйцы атакуют китайцев. Начинаем. Кстати, во время загрузки экрана я тебя не слышу. Найс. Мне главное, чтобы мне сейчас игра не лагала. Call is Pixie. Какой-то мужик тут стоит, пацан. Так, ну думаю, мы этих завалим. А может и нет. Не, ну мы их завалим, но просто что-то мне напрягает, что у меня лагает опять. Блин, классный великан. Ты решил устроить дуэт из великанов. О, нормас, ты его притянула. Только у меня здесь куча пауков, блин, под ногами. Сейчас устроим бомбежку. Найс. Она ее воскрешает. Конечно, воскрешает, все еще делаю. О, хорошо. Призываю Пикси. Кричит мое дитя. У нас тут банда хиллеров. Сейчас будут взрывы. Ой, красота сейчас будет. Лучше им не уничтожать наших пауков. Они какую-то кошку призвали. Ой. Так, бьем ее, она это воскрешает. Что, три книги сразу, это как вообще? Добьем, добьем. Супер, она даже не стала воскрешать ту девчонку, потому что тут без шансов. Отлично, супер. Молодца, мне вообще нравится. Так, первый бой за нами. Мне вообще нравится. Чё? Ага, мне нравится твое заклинание на исцеление, блин. Короче, я тебя потом попрошу вот эту карту найти, когда мы снимем видео, отыграем, чтобы ты заскриншотила заклинание, как выглядит на исцеление. Мало ли, оно у меня есть, просто я не обратил внимания. Но это только потом, это не сейчас. Не надо мне описание, мне все равно все. Так у тебя на китайском же все. Что ж. Да, играешь меньше меня, но ты задротка. И не надо с этим спорить. Короче, мы сменили колоду, я убрал своего великана. Я убрал великана и поставил пауков. Не то, что пауки, у меня какие-то там яйца паучьи, я не знаю, что это будет. Это что, я выпустил эту свинью? Да я ничего не... Ой, блин, это тролль.
О, лол. И чё? Оно будет, что ли, кастовать пауков время от времени? Ну, лол, гнездо кастует пауков. О, Вовамару там что-то сделал, я даже не заметил, как, ну ладно. Ну, в принципе, мне нравится магия паука. Гнездо кастует с конца пауков, это прикольно. Второго убили, что ли? Что-то я не понял, ну. Ну, вроде. Она скилл какой-то использовала? А, или она в невидимость вошла? Невидимость. Красота. Определенно я паучьи яйца оставляю. Но заклинание одно мне еще надо поменять. У меня какая-то ошибка вылезла, мол, что-то вы там не можете катать или что-то в этом роде. Ну, я катаю. Либо не будет награда даваться, либо, не знаю. Ладно. Ой, лол, тут у нас... золото 3 против нас. Вот это кринж. Нам жопа, да. Мне не нравится, что они с разных факультетов. Это нелогично. Они не могут по канонам, типа, вместе быть. Это как-то странно. Я сейчас буду кастовать паучьи гнезда, вот и все. Так, змею уничтожили. Лол, чел, на метлу сел, полетал и все. Ну, прям. Прям в хил, найс. Готовься, я скоро сдохну. Там какая-то способность есть, нимбус этот вонючий. Я отдыхаю. Я вижу, что у меня лагает. Не, ну это трэш. Сразу видно, что против нас голд 3. Капец. Да встань ты туда. У меня очки кончились, он не идет. Он отказывается идти, он устал. Моя умирать. Ты ж воскреси меня, чё ты? Я не могу, тебя можно только один раз воскресить. Странно.
Мне нимбус нравится. Надо посмотреть это заклинание нимбусные. Ты пользовался своей метлой, потому что 2 очка всего лишь. Хотя по-хорошему мне надо было просто тролля вернуть, да и все. Нафиг мне этот нимбус. Или что-нибудь на хил, если будет. Лол водой гасит. Лол, у них бан на кошек. Спайди. Я полетел. Наши пауки круче, они с бомбами. Протего. Да заколебали вот этой фигней. Я полетел. Просто спам всякими. Ой, скорпион за 12 очков, это жесть. Сейчас я полетаю. Yes. А, ну ты добила, найс. Сейчас воскресит. А вот фиг им, Inflating Charms. Вот и все, блин. В принципе, немножко понятно. Тактика, здесь нужна тактика, это прикольно. Так, о нет, платина 2, только не это. И в очередной раз мы поменяли колоды, по идее. Ну, я точно менял колоду. И катаем. О, вот это теперь, вот теперь все честно, 2 Слизерина против нас. Теперь хорошо, Пуффин Дуи против Слизерина. Oh.
Блин, я яд не туда кинул. Хотя не, нормально, пойдет. О, невидимость у тебя. Так, вот это мне не нравится. О боже, огромный пес. Пушок этот. Он просто жрет все, что он видит. Это жесть. Ой, бля, меня прессуют просто жестко. Сейчас умру. Почему дебилов? Просто им рандомно повезло, да и все. У них карты лучше выпали. Либо они донатили. И тебе тоже рандом норм. У тебя великан сильный. И хил. Ой, жестко. Что ж, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем покеда.